Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом очень сильно омолаживающей маски, которая помогает убрать морщины, носогубные складки и заломы на лице. А еще эта маска отлично освежает, тонизирует и отбеливает кожу. Также она выравнивает цвет лица. И чтобы сделать эту сильно омолаживающую маску, необходимо взять 1 столовую ложку кефира, 1 чайную ложку дрожжей. Кстати, если вы найдете пивные дрожжи, то возьмите лучше их. И 2 капсулы Айвит. Я уже выдавила 1 капсулу, сейчас добавляю содержимое 2. А про омолаживающие свойства каждого компонента этой маски и про ее общее воздействие на кожу я подробно рассказала в своем блоге. Там же есть подробная информация о противопоказаниях. И ссылку на свою статью я оставлю в описании и в комментариях. Хорошенько перемешайте все компоненты, чтобы получилась вот такая вот однородная, тягучая, кремообразная консистенция. И потом нанесите эту маску на все лицо, на шею и на декольте. И под глаза эту маску также можно наносить, отступив пару миллиметров от ресничного края. Через 20 минут смойте маску чуть теплой водой и нанесите на кожу увлажняющий крем. И делать такую омолаживающую маску необходимо 2 раза в неделю, в вечернее время суток. А днем обязательно наносите солнцезащитный крем, чтобы предотвратить появление новых пигментных пятен и морщин. И напоминаю вам, что перед первым применением новой для вас маски вы обязательно должны сделать тест на аллергию на сгибе локтя.